Большое сердце, как и океан, никогда не замерзает, соглашаются с немецким писателем воспитанники и работники Тольяттинского детского дома «Единство». Жюри конкурса «Доброе слово» отметил сайт детдома в номинации «Интернет». Как воспитать человека с большой буквы и научить добру тех, кто с детства обделен теплом и лаской, ребята и преподаватели готовы рассказать каждому. Ребята наши уже второй год посещают детей-инвалидов. Понимаете, они сами в трудной жизненной ситуации, но мы учим их добру. И они посещают у нас детей, они дарят им подарки, они играют с ними, приглашают в детский дом на какие-то мероприятия. Это одно только направление. Мы готовим ребят по профессии. Сегодня в детском доме очень серьезно развито военно-патриотическое направление. Конкурс «Доброе слово» проходит в регионе в третий раз. В этом году заявки подали около полусотни журналистов, редакторов печатных изданий и интернет-сайтов. Победителями стали 9 участников. Жюри отметило тех, кто наиболее остро чувствует проблемы окружающих. Это и проблемы детей-сирот, детей и инвалидов, и пожилых людей, и одиноких людей, и многодетных семей, и приемных семей. То есть это весь спектр социальной проблематики, которая поднимается. И, конечно же, мы стараемся выделить те работы, которые методически это освещают. Да? Не просто вот какая-то вспышка, да, вот покритиковать и о чем-то рассказать, а разносторонние, разные точки зрения рассматриваются. Кроме добрых слов, в свой адрес победители получили денежные премии и памятные призы. Алина Чемерис, Константин Головин, Максим Гусев. События.